В настоящее время мы с вами являемся свидетелями парадоксального явления. Дело в том, что с ускорением научно-технического прогресса человечество сталкивается с большим количеством проблем, что в конечном итоге отрицательно сказывается на здоровье людей. Статистические данные свидетельствуют о том, что каждый день на нашей планете умирают более 150 тысяч человек. За каждый год количество человеческих потерь составляет 54 миллиона человек. Необходимо отметить, что причиной более чем половины этих смертей является сердечно-сосудистые заболевания. Нам известно о многих заболеваниях, которые в конце концов приводят к смертельному исходу. Однако никто из людей не может предполагать, в какое мгновение может остановиться его сердце. Наверное, именно поэтому общество с особым вниманием и уважением относится к людям в белых халатах, посвятивших всю свою жизнь лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что именно кардиологи день и ночь заботятся о том, чтобы в нашей груди билось самое дорогое – наше сердце. Я убежден в том, что если человек ставит перед собой какую-либо цель и идет к ней, несмотря ни на что, преодолевая всяческие естественные преграды либо болезни, то Всевышний обязательно придет к нему на помощь. Видимо, на меня возложена ответственная ноша – принимать активное участие в развитии кардиологии в Узбекистане. В 70-е годы прошлого века в результате выхода кардиологии из состава терапевтического направления при Министерстве здравоохранения был создан научно-исследовательский институт кардиологии. Именно в этом учреждении и начал свою трудовую деятельность в качестве младшего научного сотрудника тогдашний выпускник Московского медицинского вуза Равшанбек Курбанов. В те годы, когда в институте еще не изучалась кардиология как наука, да что говорить, не имелась база для развития и не уделялось должного внимания развитию данного направления, мне стало понятно, что это должен сделать я. И это стало моей жизненной целью. Институт кардиологии, который тогда располагался на территории Нового Тажми, в полуподвальном помещении. Возглавлял его наш учитель, профессор Кацунович Рафаэль Александрович. Особого места эта кардиология в целом системе здравоохранения не занималась. Через несколько лет Равшан Далаевич стал директором, и он добился отдельного здания, это территории бывшей 15 горе больницы, если сегодня посмотрите, что произошло с этим институтом. Абсолютно другой внешний вид. Конечно, это внимание государства, которое в течение нескольких лет преобразовали 15 горе больницу в настоящий научный центр. Даже здание построить не очень трудно. Но создать систему кардиологической службы – это очень трудно. Но внутренние изменения, которые там произошли, они невидимы глазом, но мы можем сказать. В первую очередь, это кадры. И сегодня многие говорят, ну, конечно, Равшану легко, потому что коллектив такой замечательный. Извините, этот коллектив надо было делать. И он его создал. Инфаркт,
Мы познакомились с Равшаном Давлятовичем в 2012 году. В то время я учился в Москве, в центре Бакулева, и одновременно работал. В один из дней меня вызвал директор нашего центра Бакерия. Для меня это было неожиданно. В кабинете Бакерия познакомил меня с Равшаном Давлятовичем. Он поделился своими планами, из которых стало ясно, что он планирует открыть в центре кардиологии отделение кардиохирургии. «Рустам», — сказал он мне тогда, — «ежегодно более 2000 человек едут в Индию, чтобы сделать операцию. Теперь посуди сам, если такие специалисты, как ты, не будут развивать это направление на родине, то кто за них это сделает? Ведь ты же знаешь, что таких специалистов у нас не хватает». Достижением Равшанбека Курбанова является то, что ему удалось обобщить научные достижения и опыт мировых медицинских центров, а также внедрить их в практику руководимого им института. В результате чего в 2007 году впервые в Центральной Азии по его инициативе было создано отделение электрофизиологических исследований и лечения аритмии сердца путем хирургического вмешательства. А также на базе лаборатории артериальной гипертензии было создано отделение молекулярно-генетических исследований, где впервые начали проводиться научные исследования по созданию генетического паспорта артериальной гипертонии, ишемических заболеваний сердца и фибрилляции отсеков. Следующим этапом развития республиканского специализированного кардиологического центра стало создание в 2010 году отделения рентгенно-эндоваскулярной хирургии. Что бы мы ни делали в области кардиохирургии, будь то замена клапанов сердца, будь то использование современной инновационной рентгенохирургии, будь то установка стенда в кровеносных сосудах сердца, либо шейных сосудах, либо установка стенграфа при расширении и сужении аорты и многое-многое другое, мы никогда не обходимся без советов, наставлений Равшанбека Давлятовича. Радует и придает силы то, что самые высокотехнологичные, современные и очень сложные операции, в результате которых удается сохранить жизнь человека, выполняются нашими ребятами. Создание специализированных отделений, оснащение их современным лечебно-диагностическим оборудованием позволило оказывать населению высококвалифицированную медицинскую помощь на уровне международных стандартов. В результате количество смертей по сравнению с предыдущими годами резко снизилось. Равшан Акя спросил меня: «Сынок, чем бы ты хотел заниматься в дальнейшем?» На что я ответил: «Я интересуюсь аритмологией и уже давно мечтаю найти новые методы лечения аритмии сердца и посредством современной радиочастотной абуляции обеспечить полное выздоровление больного. Именно это направление для меня очень близко». На что мой наставник с улыбкой обратился ко мне: «Хочешь ли ты продолжить учебу? Поедешь, если отправлю?» Я ответил, что смотрю на это положительно. После этого я был направлен в Российскую Федерацию, город Томск. Самое интересное то, что директор медицинского учреждения Сергей Валентинович Попов лично принял меня, справился, как я доехал, и очень лестно отозвался о Равшане Давлятовиче. Попов, кетем, бен, джойбу, кетем, бисмы, топ-подам? Да, кетем, кетем.
Изучая нашего героя, еще раз убеждаемся, насколько на первый взгляд проста и одновременно многогранна и сложна личность Равшанбека Курбанова. Его многогранность проявляется в том, что в нем сочетаются такие качества, как тяга к научным знаниям, профессионализм врача и прекрасные организаторские способности. А его простота в единстве всех этих составляющих, выраженных любовью к своему призванию и людям. И все это направлено на благо людей и развитие медицинской науки. Естественно, для того, чтобы все это воплотить в жизнь, человек должен иметь дар от природы. И всего этого можно достичь самоотверженным трудом, целенаправленностью и стремлением к самореализации. Еще со школьной скамьи я усвоил одно правило. Учиться необходимо каждый день. Не для оценки, для себя, для самосовершенствования. Поэтому учебе я отдавал все свои силы. Я стремился быть первым в классе, а мама содержала всякую живность, шила одежду и сделала все, чтобы мы смогли учиться. У нас очень дружная семья. Папа был юристом. Все мы шестеро детей родились в местечке Нурлагой, которое находится в центре Древней Хивы. Как сейчас помню наставления родителей, которые говорили: «Всегда будьте правдивыми, тянитесь к знаниям. Именно эти знания позволят вам стать полезными людям». Наверное, поэтому мой брат очень много читал, всегда был с книгой в руках. В 10 классе он поехал на Олимпиаду по математике, которая проходила в Новосибирске, где ему удалось показать высокий результат и стать призером Олимпиады. В 1957 году в городе Хива Хорезмской области была образована первая республиканская школа-интернат. В 1959 году туда был принят Равшан Курбанов. Обучение в школе велось на русском и узбекском языках. Так как школа одновременно была интернатом, наши учителя оставались и допоздна занимались с нами. Помню, как Равшан был активен, особенно на уроках химии и физики, и очень сильно доставал наших учителей. Есть такое понятие, как упрямый. Это не всегда плохо. Есть и хорошие стороны упрямства. Равшан был одним из таких упрямых ребят. Я считаю, что именно это качество позволило ему достичь таких высот в жизни. В 1966 году он золотой медалью окончил школу-интернат и в этом же году поступил в Самаркандский медицинский институт. Ben bugün işleyeceğim aslında. Несмотря на то, что Равшанбек Курбанов некоторое время обучался за рубежом, работал в Ташкенте, он никогда не забывал свой родной Хорезм. Всегда старался всячески помогать землякам, отдавая свой сыновий долг родной земле. После окончания института он в 1973-76 годах работал терапевтом в поликлинике города Хивы. Потом продолжил свою деятельность в качестве директора ургенческого филиала Ташкентского государственного медицинского института. В эти годы он сумел проявить себя не только как профессиональный специалист, но и как талантливый организатор. Бу заманави тиббият олигахини
Стало ясно, что открытие нового современного медицинского вуза требует дополнительных усилий. Кроме того, для работы были приглашены опытные медицинские кадры, профессора, доценты, кандидаты наук, работавшие в столичных вузах и ведущих научных центрах. Для них надо было создать достойные жилищные и рабочие условия, а самое главное, необходимо было убедить их оставить столицу и переехать в Хорезм. С этим Равшан Давлатович справился. Он не только пообещал, но и выполнил свои обещания, создав великолепные условия жизни и эффективной деятельности специалистов. Отдавший много сил и знаний для развития республиканского специализированного кардиологического центра, открытию в различных регионах его филиалов, Равшанбек Курбанов не забывал и о родном Хорезме. Его усилиями там был создан филиал центра, отвечающий современным требованиям и международным стандартам. Если говорить о нашем центре, то благодаря его поддержке, благодаря его помощи, мы делаем сейчас все, что делается в Ташкенте. Вот это кредо, которое преследует Равшана Давлатовича давно, его стремление к тому, чтобы везде для жителей нашей страны была высококвалифицированная, высокотехнологическая, медицинская, в том числе, в первую очередь, наверное, кардиологическая помощь, он этого достигает. Пример – это Хорезмский кардиологический центр, который является филиалом республиканского центра. В Ташкенте лечение кардиобольных проводится в современных условиях и на очень хорошем уровне. Но я хотел создать такие же условия на местах в областных центрах. Дело в том, что заболевание сердца – очень распространенное явление и требует экстренного вмешательства специалистов. Исходя из этого, в течение 2 лет 9 областей нашей республики было обеспечено всем необходимым современным медицинским оборудованием, в результате чего в Намангане, Ургенче, Кашкадаре и других областях стало возможно проводить самые сложные операции на сердце. В 1975 году в Москве был открыт Всесоюзный кардиологический центр, куда я был направлен Хорезмским областным управлением здравоохранения в ординатуру. До этого я долгое время работал и имел достаточный опыт. Поэтому меня ставили на дежурство и разрешили работать в отделении инфаркта. А со 2-го года ординатуры меня начали привлекать к научным разработкам. В те 9 годы, когда вот Равшан Давлатович занимался этой проблемой, электрофизиологические исследования, они тогда только во всем мире стали внедряться. Поэтому он как раз то стоял у истоков этого направления. Человек, сделавший сам себя на тот период в одного из ведущих специалистов вот в области, в которой он работал. Собственно, он ее и один из тех, кто организовывал это все. В год окончания обучения мой учитель Николай Алексеевич Мазур спросил меня, есть ли у тебя возможность выделить целевое место в аспирантуру из Ташкента? Не знаю, ответил я. Высокопоставленных родственников у меня там нет. На что он мне сказал, хорошо, тогда подпишем твою характеристику у Чазова. С тем я и улетел в Ташкент. Здесь министр здравоохранения меня не принял, а его заместитель сказал, что в Ташкенте открылся научно-исследовательский институт кардиологии, полномочия которого входит в выделение места во всесоюзную аспирантуру. Но мое обращение туда оказалось безрезультатным. Так в Москву я вернулся ни с чем.
Там к себе меня вызвал Чазов и сказал, что мой учитель рекомендовал меня для учебы в аспирантуре, и в связи с этим он может посодействовать выделению для меня места за счет центра. «Сможешь ли ты пройти отбор?» – спросил он. «Постараюсь, но я думаю, что мои конкуренты тоже будут хорошо подготовлены», – ответил я и действительно не подвел. Он главным образом специализировался в вопросах диагностики и лечения аритмий. Это направление в тот момент находилось в таком очень активном развитии. Я должен сказать, что он сделал очень большой вклад уже в тот период времени в аритмологию. Но достаточно сказать, что Равшан Давлятович был участником огромного проекта по созданию, по изучению эффективности, оценке безопасности нового антиаритмического препарата этмазина. Уже с самых первых лет такой вот творческой жизни, научной жизни, оказаться на передовой группе людей, которые изучали абсолютно новый лекарственный препарат. Я должен сказать, что и в дальнейшем ему в жизни всегда сопутствовала удача, успех. Необходимость расчета глобального риска. Другое дело, что они по другой. Надо их как раз подчеркивается. Вот интересно концепция, что назначать раньше, чтобы... После завершения срока обучения в аспирантуре и защиты диссертации меня вызвал к себе Чазов и сказал: «Если помнишь, в свое время я выделил для тебя место в аспирантуре. Время прошло, учеба закончилась. Теперь ты должен остаться здесь и поработать. Моя супруга тоже была медиком. Ее он хотел устроить на работу в 4-е управление Кремлевской больницы. Обещал выделить квартиру, на что я ответил, что не могу оставаться в Москве, и мне необходимо возвращаться на родину. Одним из моих доводов было то, что мама уже в возрасте, и я должен быть рядом с ней». На что Чазов сказал: «Какой странный ты человек. Люди хотят, но не могут остаться здесь. А ты?» В конце концов, порешили на том, что в Ташкент я поеду по направлению. Равшан Давлятович в 1981 году, закончив московскую аспирантуру и став кандидатом медицинских наук, вернулся в Ташкент. По его инициативе была создана небольшая группа, состоящая из старшего научного сотрудника Равшана Давлятовича и двух младших научных сотрудников, одним из которых был я. Хочу отметить еще одно его качество – это работа с учениками. Он всегда был ответственным при выборе учеников. Когда молодые специалисты приходили к нему за советом или со своими статьями, он усаживал их напротив и начинал объяснять положительные и отрицательные стороны их идей. Нет, еще он еще отюг. Чтобы заниматься наукой, необходимы следующие вещи. Во-первых, условия, отвечающие современным требованиям. Это помещение, оснащенное современной медицинской техникой. Во-вторых, высококвалифицированные кадры. В-третьих, должна быть идея. Академик Курбанов посвятил свою жизнь изучению механизмов и путей устранения внезапной сердечной смерти. Основное его достижение, достижение его научной мысли в том, что, раскрыв механизмы заболевания, он претворил в практику методы их лечения. Ученые Института химии органических веществ имени академика Юнусова разработали новый препарат, который назывался алопинин. Молодому ученому было доверено изучить его эффективность у пациентов. В экспериментах было показано, что отечественный препарат, он не уступает зарубежным аналогам. Не уступая им по эффективности, в то же время по переносимости он на голову был выше их, потому что он не имел практически побочных эффектов. И вот это была работа, которая была удостоена государственной премии Республики Узбекистан первой степени в области науки и техники. У вас время есть? Что-что? У вас время есть? Да-да-да. Давайте я проведу, если... Thank you.
Самое тяжелое для врача – это когда надо оповестить родственников о смерти близкого им человека. Как можно объяснить причину смерти человека, который вчера только был с ними рядом? Иногда говорят, ну и что построил больницу? Ведь государство выделяет на это немалые средства, и у него так много знакомых. Дело в том, что я в жизни ничего не просил. Это просто не мое. Все, что я имею, я зарабатываю моими руками, моим трудом. Моя мечта – создать современные условия, позволяющие делать операции по пересадке сердца. Это является целью всей моей жизни. Человек рождается, создает семью, занимается воспитанием детей, разбивает сад, оставляет после себя хорошее имя. Не это ли счастье и жизнь, не прожитая зря? Я считаю себя счастливым человеком. Моя супруга полностью освободила меня от домашних забот. Она всю жизнь занималась этим сама. Я врач в первом поколении, а моя жена во втором. Ее отец тоже был врачом. Я мечтаю о том, чтобы мои дети, либо внуки, достигли того, чего не смог достичь я. Врач и учитель – это две самые почетные и нужные для людей профессии. Я горжусь тем, что я представитель одной из них. Если бы мне пришлось прожить жизнь заново, я прожил бы ее так же. Равшанбек Давлятович Курбанов является признанным героем Узбекистана. Он орденоносец, уважаемый член Академии наук Республики Узбекистан, доктор медицинских наук, председатель Ассоциации кардиологов Узбекистана, автор более 500 научных работ и наставник 10 докторов и 23 кандидатов наук. Равшанбек Давлятович посвятил всю свою жизнь спасению других жизней и поддержке благополучия народа Узбекистана. Благодаря его усилиям были сохранены жизни множества людей, сердца которых сегодня бьются. Бьются в унисон с сердцем своего спасителя. И нет большего счастья, чем слышать биение этих сердец. Давайте надеяться, что таких людей, как Равшанбек Давлятович, будет как можно больше в этом мире.